Сегодня мы на стенде Lenovo, и одна из самых интересных новинок – это Fab 2 Pro. Это очень большой смартфон, диагональ 6,44 дюйма. Вот примерно в руке он выглядит так. Одной рукой, я думаю, пользоваться нереально, да, тянуться куда-нибудь. Но, собственно, создавался он не для массовых продаж, а для демонстрации технологии виртуальной реальности. Это первый в мире смартфон с камерами Intel RealSense. Их тут раз, два, три штуки. То есть они необходимы для того, чтобы смартфон мог позволять играть в игры виртуальной реальности и воспроизводить на экране некие объекты, которые будут появляться в привычном обстановке, допустим, дома, на столе, еще где-нибудь. То есть работает это довольно просто. Вы запускаете программу. Виртуальная реальность позволяет завести себе виртуального питомца. То есть на экране вы будете видеть собачку, кошечку, дракончика или там тираннозавра, который будет ходить по вашей гостиной, по столам, еще по чему-нибудь, когда вы просто наклоняете смартфон в разные стороны или показываете ему положение, куда идти. Можно играть в игрушки, например, из предустановленных есть Domino World. Это вы раскладываете домино, и потом можете их красиво ронять. Есть еще много всего. Скажем спасибо разработчикам, которые занимаются этим всем делом. И в будущем нас ждет побольше виртуальных приложений. Но, опять же, это приложение не для каждодневного использования. Надоедает довольно быстро.